Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 14 июня 2019 года, Харьков, Харьковская область. И я нахожусь рядом со своей коллекцией карликовых метельчатых гортензий. Это у нас два куста Сандая Фрейс. Вот они сейчас уже такие достаточно большие, но они раскидистые. Этот сорт раскидистый и уже закладывает соцветия. Вот то, что я говорила на высокорослых, это один вот такой кустик Silver Dollar и вот второй кустик Silver Dollar. А это тоже Сандая Фрейс. И вот они отличаются. А отличаются они так почему? Потому что вот здесь вот мы обратили внимание, поселились муравьи. И скорее всего вот здесь вот пустота у меня. Ой, это муравьи, сволочи. Все сожрали, все перелопатили, я не знаю. В общем, эти хоть как-то отошли. Ну там, скорее всего, хорошая корневая. Так, идем дальше. Ну, ничего страшного. Ну, вот красивый все. Подудобрю. Еще вот сюда капельный проложу. Может, не хватает капельного, мало полива. Вот это бамшел. Это конфетти. Вот, харума зацвела. Ой, какая красивая. Прикольно. В этом году все побеги зацвели. В прошлом году она там очень рано зацвела. Так, надо будет обзор сделать, видео. Да, с музычкой. Зацвела красиво, да. Вот так вот. А это у нас Baby Lace. Тоже такой интересный сорт, классненький. Diamond Rouge. Кстати, тут осталось 4 побега. Ну, их было 6. 2 побега выломало ветром. Это у нас Magical Sweet Summer. Очень плохо в этом году отходит. Вот это Бобо. Из двух кустов опять же остался один. Я не знаю. С муравьями надо что-то решать. А это у нас, я скажу, Little Spooky. Вот так вот отошел. И пастель грин. Ну что, мне нравится. Отошли и хорошо. Но я же все равно продублировала. Ну вот идем дальше. Итак, я перешла к ширме. Ну, что, как вы видите, тут капельный, тут травку надо поубирать. Ну, ничего страшного, это все, лишь бы было время. Сейчас бегом надо в город ехать, забирать укоренитель. Закончился у меня. Ну, в общем, короче говоря, и вот решила поснимать. Это Rouge Cardinal цветет. О, отсюда видно, что он такой бархатистый и темный. Это вот это супернова. Ну, прикольненько. Прикольненько так. Кустики очень молоденькие, но цветение, конечно, обалденно. И вот капельную ленту проложили и решила все-таки вот на метельчатый тоже капельную ленту проложить. И так, вот здесь вот у меня, не у меня, а у моей дочки. Тут клумба с цветочками. Вот они уже зацветают. Она еще сама снимет видео дополнительно. И мы, конечно, дельфиниумы убрали. Ну, они весь вид закрывают. Всех наших красавиц перекрывают. Как мне их снимать, говорю, Ань? Как? А вот так вот цветет тайга. Прелесть. Ну, ладно, переходим к метельчатым гортензиям. Вот там сзади это у нас Little Spooky. А это Magical Andes. Andes. Это, кстати, Женя из Интерфлоры сказал, это новичок в этом году будет представлять на выставке. Ну, в общем, посмотрим. Интересно, как он зацветет. А это у нас Green Pastel. Он уже начинает зацветать. Green Pastel. Пастель грин, да? Пастель грин, правильно. А, это Поле Стар. Поле Стар, красавчик.
красавчик. Он такой красивый. Интересненький такой. Тоже надо будет поснимать его. Вот там вот. Там еще цветочки есть. А это я, конечно, все-таки прорядила Little Lime. Ну, не могу. Вот эти вот побеги уже начали. Они были очень тоненькие. Когда я убрала лишнее, вот эти побеги начали подниматься. И они начали расти. Ну, в общем, достаточно много побегов. Ну, я, наверное, просто не привыкла к такому. Оно, ну, как так смотришь, как-то так. Не сразу, что ли, для меня. Ну, в общем, ну, такой я человек. Взяла и состригла половину. В общем, здесь еще Little Lime начинает вон зацветать. Красиво. Это Magical Mont Blanc. Ну, вот я постригла. Ну, что, ну, плохой кустик. Как по мне, хороший. Mont Blanc. Красивый. А вот это сзади у нас Summer Snow. Summer Snow. Вот это Touch of Pink. Вот это Cotton Cream. Сзади кустик. Strawberry Blossom. Summer Love. Так что мы все увидим. Все, что впереди. Кустики, они должны быть немножко ниже, чем те, что сзади. По высоте, по заявленной. Вот такие вот новички. Конечно, классно, когда уже, ну, представьте, 14 июня они цветут. И вот до сентября месяца, конечно, они будут менять цвет. И розовый приобретать, и белую, зеленцу, там разноцветными становиться. Теперь понятно, почему они именно так их характеризуют, потому что все 3 месяца стоят цветы, и они меняются. С каждым месяцем будут меняться. Сейчас они вот только-только распустились. Ну, в общем, интересные такие сорта, новые. Будем за ними наблюдать. Все, всем спасибо. Пока-пока. Встретимся в новом видео. Цветущего вам сада.